Всем привет! Мы опять начинаем проходить различные игры. И первая у нас на очереди будет Happy Wheels. Мы уже, в принципе, играли на нее, по-моему, на старом канале. Но игра, конечно же, великолепная. Мне всегда хочется в нее поиграть. Ну давайте, что ж, поиграем. Только я это все организовал, все это запустил. Это, конечно, само собой, это все геморройно. Игра не может быть на весь экран. У вас она будет на весь экран. У меня она не на весь экран. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Let's go, let's go, let's go. Очень много здесь карт, очень много. Ну, потому что любой, в принципе, может использовать редактор, да, и сделать свой уровень. Может быть, даже мы с вами потом сделаем свой уровень. Так, 14.17.09. А, вот, смотри, 17-е. То есть... Это вот вчерашние карты Грейтион, видите, да? Сколько создали вчера карт, офигеть. Ну, мы давайте сделаем отбор по количеству игроков. Попробуем так. Идти у нас популярно. Вот, 277 тысяч. Ну что ж, let's go! Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та! Так, сейчас все у нас прогрузится, подождите. Потом прогружается один раз. Ну, давай, братюня. Это самая новая версия, видите, добавили вертолет. Когда я играл последний раз, такой фигни не было. Ну, поиграем, например, на вот этом герое. Так, надо сейчас вспомнить управление. Это вперед. Так, подождите, что он не... Так, подождите, вверх-вниз, а лево-право он ничего не делает? Ну, посмотрим давайте. Уровень первый. И все. Ха-ха. Так, здесь интересная карта. Мне нравятся такие карты. Где-то видел уже ее. Здесь нужно ломать стекла. Это мне нравится. На! Так, по-моему, здесь еще есть ускорение, да, насколько я помню. Да, вот ускорение. Ну-ка, а зачем что такое? А, все, все, я понял, понял. Извиняюсь. Let's go. Сейчас я вспомню игру. Ну-ка, ускорение. На! Great! Вот видите, все, мы уже сделали хорошую вещь. Еще раз. На, мразь! Но я думаю, этот герой не совсем подходит к этой карте, да, мне кажется. Надо было. Ну давай, братюня, давай. Будет сложно, конечно, ломать толстые стекла. Нужно было взять на какой-нибудь большой машинке, там, на велосипеде и так далее. На вертолете можно. Нет. Попробуем все-таки. На, мразь! Ах, давай, братюня! Я должен дойти! Ну ладно, давайте мы сменим. Чтобы... Вот, у этого, по-моему, реактивный двигатель, да, я только помню. О, он поворачивается. А! На! Эй, в смысле, ты все что ли упал, братюня? Ты еще сидишь. Ты мне давай не ври. Вот я начинаю вспоминать, да, у него на shift поворачивает, видите, это прикольно, конечно. На shift поворачиваем и поехали. Так, еще раз подождите секунду, сейчас мы настроим как надо, вот. Вау! Во! Это совсем другое дело, смотри, какая скорость. Управление немного неудобное. А, нам еще будут мешать эти сраные части тела. А, это же наша часть тела, ну ладно. И так я полетел! Не, говно. Сейчас подберем идеальный вариант. Ну, я думаю, самый лучший вариант это велосипедист, конечно же. Как я уже говорил. Ой. Поехали. Поехали, братюня. Так, я не смог даже отъехать метр. Да блин, ну подождите, рестарт. А, я путаю управление. Я привык жать лево-вправо, а здесь нужно жать вверх, надо это вниз. На... Так, сейчас. Подождите, shift он отпускает, да? Странно. Почему shift отпускает? У некоторых он ускоряется, у некоторых отпускает. Здесь, как я понял, ускорения в принципе нет. Он сам по себе ускоряется. Пробил он поднимает. Ага, нет, он ничего не делает на пробил. Ну, в любом случае, поехали. Сейчас организуем. Как я понял, здесь даже у каждого свои способности. Уа-на! А пробил это просто... Остановка. Во, почти!
Ладно. Я придумал кое-что. Я знаю, что он поможет. О, на Найте ты можешь помочь это. Здесь же есть это на мотоцикле, дебил. Или это говно, Индиан Джонс. А где на мотике? Во, давайте попробуем это. Ну, хотя бы вспомнить, что. Подождите. Вот это другое дело, совсем другое дело. Да, давайте скинем кучу говна лишнего. Она такая сказала, не-не-не, я с тобой не поеду, братюня. Во, это уже посерьезнее. Так, а что это за желтая полоска такая? Это скорость? Нет, странно. Что это за желтая полоска? Подождите, что не могу понять. Это какой-то, это пробел у нас, желтая полоска. А, может типа какое-то ускорение резко? Ну-ка, сейчас, секунду. Поехали, на, ход. Да не ход, мы сейчас все разобьем. Сейчас все организуем, братюня. Изи бризи. Кстати, вот такие карты, как я понял, они самые популярные, где ты ломаешь стекло. На, левел 2. О-о-о-о-о-о-о-о! Ты же почти проехал. Подождите, а я могу я дальше поехать? Могу? Блин. Ладно, попробуем тогда еще вот этот вариант, мне интересен. Вспомним всех героев. А видите, у этого желтой полоски нету, смотрите. Так, что-то оторвалось. А, да, вот видите, им тяжело управлять. Неплохой вариант. Уже руки ему отрубило. Давай, братюня. Ну поехали. Да что за бред? Какой-то дрифт китайский. Говно. Все, реально будет честно, если мы всех испробуем. Вот, давайте попробуем этого. Это вперед. О, смотрите, реально летает. Полетели, братюня, давай, 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 great, great. О, кстати, а так даже, да, читерский вариант, смотрите, я могу стекла разбивать. Все, я выиграл, все, давай, до свидания. А, нет? Эй! Я же сломал систему, что так нечестно, давай, братюня. Все, я придумал самый быстрый способ. Давай, братюня. Нет, нет, назад. Ну-ка еще раз. И с разбегу поехали, с разбегу. Ну, как разбег-то сделать, сраный? Ладно, еще раз, еще раз. Нет, не так, не так. Подожди, надо перевернуться. Ну что такое за бредятина? Дайте перевернуться. Во! Не могу понять, подожди. А, даже так? Вот здесь, например, все четыре кнопки управления активные. Давай, полетели, полетели, говно тупое. Ну! Ладно, у нас осталось еще пару человек. Давайте вспомним это говно. А, да, это каждый свои способности. Ну правильно, он летать может, я вспомнил. Этот герой может летать. Давай, на, мразь. Кстати, он, по-моему, без них уже не сможет поехать. Давай, танкуй, говно. Не, смотрите, едет без них. Фига они вообще нужны были. Давай, братюня, давай. Ладно, все, пойдемте дальше. Здесь мы потренировались, вспомнили, как играть за какого героя. Все, теперь давайте, без шуток. Вот, это мой самый любимый герой, кстати. Вот мы видим нуб. А, да, знаю такой тип. Опа, опа. То есть здесь суть в том, да, что нужно прыгнуть прямо посередине. Bad, bad, good, 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 nice jobs. Почти прошли. Как там рестарт? Здесь как-то можно рестарт делать, я не помню как. R, но я жму английскую R. Странно. Ну ладно, потом я изучу. Поехали. То есть нужно как-то все аккуратно сделать так. Недалеко, далеко. На самом деле это не сложный уровень, я думаю. Во, вот это может получиться. Хотя нет.
Вот так вот, давай, братюня, давай, давай, давай. На! Изи-бризи. Мы такими темпами скоро всю игру пройдем. Так, это мы прошли, идем дальше. Свинг. Как я понял, здесь будет... О. А, подождите. Ну. Так, я помню такие игры. А, ну-ка, подожди, а как же зацепиться? Ну, блин, почему не цепляется? Как он цепляется-то? Ну, дай мне вылезти. Как зацепиться? Он как-то должен кулаки, блин, сжимать. А! Нет? Май, я не помню, подождите. Ай. Сейчас придумаем. Так. Так я просто отцепляюсь. Как же я должен зацепиться за это говно и полететь? Я в курсе, что здесь делать надо. Я не могу просто понять, какие клавиши использовать. Дура тупая. Ладно, потом будем проходить такие миссии, когда я вспомню, как играть нормально. Сейчас посмотрим, что у нас еще есть. О! А это что такое? О, подождите, вот он шевелил руками. Странно. Так, непонятно. Столько много еще раз играли в нее. Поехали нашим любимым героям. Так, ну здесь, я думаю, полегче будет нам. А, нет, смотрите. О, я еще еду. Все, что ли, я выиграл с первого раза? Давай, братюня, давай. Это бесконечно будет, как я понял. А конец-то будет игры этой? Ну, вроде что-то есть. О, я прошел. Но это было слишком изи-бризи для меня. Ладно, дальше Let's Go. Ага. Да ладно, это же это, да? Как же эта игра называется? Забыл. Ага. Прикольно, даже такую фигню можно сделать. Молодцы. Ну давайте, сейчас порвем жопу. Давай. Блин, как так он резко летает. Эта фигня, она очень медленно двигается, очень медленно. Все? О, изи бризи, все, мы прошли игру. Идем дальше. Наша задача как можно больше пройти за выпуск. Let's go. Опа! Жируха, здорово. Так, что тебе надо от меня? О, типа, мы куда-то приехали. Я почему-то еду спиной, ну ладно. Да, иди отсюда, дура тупая. А, это типа зомби. То как мне стрелять, я не понимаю. Пошли в жопу. Ну-ка, подождите, ничего не понял. Еще раз. Как стрелять это говно? Он мне просто едет зад вперед. Ну-ка, еще раз давайте. Берем ракет. И чё? Ну этой ракеты же нельзя стрелять, как я понимаю. О! Ха-ха-ха! Я что-то не пойму, ну-ка подождите. Не, по идее нельзя стрелять ракеты, 100% я уверен. А чем этот мужик, интересно? И чем мы так долго едем? Давай быстрее, давай, давай. Давай, братюня. Но! Так вот сделал. Ой, не туда, не туда надо было слезть, блин. Кстати, он застревает еще, смотрите, это тоже баги. Ну давай, 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 рещи, рещи. Во! О! Ну я говорил, да, что он сам будет стрелять. Ни хрен так громко так вообще. То есть здесь специальной кнопки не будет стрельбы.
Fuck you, motherfucking bitch! Woohoo! Здесь даже не важно, куда я нацелен. Ага. Все? Изи-бризи. Ну мы с вами молодцы, конечно. Вообще все карты просто проходим на ура. Ай, блин, я пытался. А, все? Ну же я профессионал там. Доли секунды, доли мгновения, уже все, победа. Ладно, дальше идем. Опа. А, мины, да, мины, я вспомнил, здесь мины есть. Все, нету больше мин. Потом будем делать рестарт с помощью горячих клавиш, я обещаю. На! О! Ха! А я не взорвался сразу, да, это интересно. А, все, выиграл! Ну, вы поняли, я какой-то читер, мне кажется. Вроде ничего не сделал, уже выиграл. Ну ладно, чё ж. Так, я тоже теперь выиграл, все? Нет, не выиграл. Так, подождите, чё я должен делать вообще, я не понял. Он почему-то разные места еще летит. Непонятно. Тихо, аккуратно, братюня, аккуратненько. Это тебе не игрушка. А куда ехать-то? Я не понимаю, подождите, стоп. Ой, не туда нажал. Цепляйся! Нечем цепляться. Еще раз. Ну-ка, откроем секрет. Сальтуха, Вася! Ладно, говно уровень, неинтересно, пошли дальше, дальше, let's go. Опа, Матрикс. Опа, опа. Изи-бризи, опять очередная победа. Так, дальше. Давайте выберем нашего любимого героя, уже к нему привыкнуть. Здесь написано много букв, но их читать не нужно. Нам по перилам ехать. Это перилы или что это такое вообще? Да едь ты назад, инвалид! Вот. Ой. Уху! Вот теперь зато будет гораздо легче. Да, это перила были. Эпик флип. Уже не эпик. Вау! Нормально, ноги только лишние. Давай, братюня, давай. Вау! Блин, что-то все разваливается, руки, ноги. Эй, а дальше куда ехать? Почему я обратно поехал? Ладно, еще раз. Кстати, интересная миссия. И здесь еще можно выбирать, кстати, разных людей. Поехали. Вау! Только я помню, да, если вы сломали какую-то часть, то вы уже карту не пройдете, по-моему. Надо посмотреть. Давайте проверим. Да хватит уже подыхать, дебила кусок. Не, мне кажется, надо другого брать человека, например, велосипедиста. Или просто ехать, да, потихонечку, то есть, да, без фанатизма. Так, опа, так, гламурник, оп, опа! Ну мы не сдаемся. Давай, братюня, самое главное, не сломай больше ничего. Да что ж ты такая инвалидка, а? Не, здесь реально, карта, наверное, не для него. Вот. Ноги целые. Ладно, давайте серьезно, все, хватит баловаться. Поехали потихонечку. Опа, так, опа. Ага. Здесь, по-моему, как-то еще можно так приседать, да, чтобы не ломать ноги. Давай, братюня. Вау. Я думал, здесь надо на скорость, а здесь просто нужно проехать раз, получается. Опа. 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 О, тихо-тихо, братюня. Отлично. Изи-бризи. Ну вот так вот, все, идем дальше. Дальше, дальше, дальше мы идем. Help me, помоги мне, батя. Вау! Уху! А я прошел миссию?
Да он... Не трогай моего ребенка. И чё? И чё? Если убьешь... А я в прошлый раз разве убил ребенка? Подождите. Здесь нужно, по-моему, попасть в этого дебила, но не убить ребенка. Но... И... Так я ребенка-то не убил. Что такое пога-гой? Гей. Ну, парень, что такое пога? Так я же убил. Убьешь ребенка, а я не убил ребенка, ничего не понимаю. На, тварь. Может, должен кого-то провалиться? Подождите. Ну дай мой меч, тварь! Непонятно. Даже описание тупое не помогло мне. Я же, он с первого раза. Так кого нужно убить, ребенка или этого дебила нужно убить? Ладно, еще раз. Проверяем. Но ребенок не умер, он просто упал. А этот мужик умер. Он порезал свою жопу еще раз. Еще один разрыв. Ребенок не умер, он просто нож проглотил. Короче, наверное, карта не имеет конца, понятно. Первый раз я прошел, вы помните, да? Я убил мужика, а ребенка не попал. Поэтому я не знаю. О! Watch. Пошел в жопу, ублюдок. О! Мы такую типа карту уже играли, а я не могу разворачиваться назад, да? Ай, блин, я не успел. Идите в жопу, я не привык к управлению. Так вообще потянуло их на зомби. Еще раз. А, Так, теперь нужно внимательно. Это вперед, назад, вон. Давай, давай, давай. Успел. Начему? Едем спиной, так. Нужно успеть обязательно вылезти. И почему-то все лифты падают. Ну как так? Ну ты чё? Тварь, инвалид, чмо, упырь, говно. Поехали. Кстати, даже пила не нужна. Да, в этой игре самые натуральные крики. Их можно прям сразу в любой фильм засовывать. На, мразь. Так, и теперь самое главное, что делать правильно. В прошлый раз я прыгнул, и мне оторвало голову. Каким-то образом. На. Тихо, тихо, тихо. Все? Ну ладно, давайте тогда еще одну миссию пройдем. Мы так уже очень много прошли. Давайте еще одну пройдем. Ой. Шутинг зона. То есть надо типа ребенка убить об это говно. Так, вот я беру. А, во, я вспомнил. И че, все? И это опять игра без конца, я не понимаю. Я понял, как цепляться. Все, надо было держать пробел, надо было держать. Не просто нажать, держать. Все, я вспомнил. А в чем смысл? Ну и? Не понимаю, вообще не понимаю. Да, это реально, ну... Странно. Да, здесь нет конца, точно. То мы уже все пробовали. Мы убивали, мы и не убивали. Ладно, еще одна миссия. Это слишком маленькая была. Давайте глянем, что это за чудо у нас. Йоу! Вот, камон, маза... О! Мы играем на каком-то айфоне, типа, да? Прикольно. Молодцы, придумают же люди, а? Так, ну здесь, конечно, опасно. Ааа!
Все, мой айфон улетел за пределы экрана. Давай, давай, давай. Опа, 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 опа. А если мы просто его нажмем, прямо будем ехать. И чё, и так я должен ехать? Я просто нажал прямо, и все. Это вся игра? Ладно, уговорили еще одну. Мы же так быстро игры проходим. Так, you are a pirate. И мы прошли, да? Мы уже первый раз уже все игры проходим. Ну ладно. Все, всем в любом случае спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Да, мы опять будем играть в большое количество разных игр. Я постараюсь скачать игру Sims 4. Установить, чтобы нормально играла и так далее. И будем в нее тоже играть. Всем пока.